Это выпуск про то, как у нас все получилось. Смотрите и приятного просмотра. Мы такую тут движуху затеяли. Сейчас мы поздравим и расскажу. А ты дома? А мам? А кто еще все? Мэричка. Мы тут все на конференции. Мама сейчас вот кричит. Можно я себя в порядок приведу? Мы организовали с братом подарок. Сейчас увидите, Насенька быстро приготовила торт. Так, тихо говорить, чтобы ничего не услышал. Короче, сейчас будут подарки, эмоции, и вместе будем поздравлять маму. А в конце выпуска я расскажу, как мы все это дело организовали. Пока все собираются и подарок едет, покажу вам торт, который Насенька быстро приготовила. Он вот стоит. Также Настенька на него купила украшения. Мы сейчас поставим свечки и будем поздравлять. Ой, русалочка, так, ты моя! Мамик уже хвастается здесь своим русалочка, тортиком. Русалочка, ты моя! Ты говорит, Артем? Ага. Как ты, русалочка? Красивая бабушка. Бабушка на море, надо русалочка-то. И русалочка и рыбак ее. Рыбак и русалочка. А, с умыслом? Мамочка. Мама ничего не знает. Ага, шарики. Идите, бабушка. Артем, а ты горячо. Подожди, господи. Еще помидорку. Мы определили его, вот так. О, красота. Ну, хватит икать, а. Что-то, блин, как всегда, не вовремя. Даже икать начинаете. Ой, что вы? А ты его вот так вот. Мамочка, я тебе потом покажу, что я тебе тут на день рождения приготовила. Без тебя. Вот так вот собрались всей семьей по видеосвязи. Наготовили ужин, приготовили торт для именинницы. И будем сейчас так поздравлять. Ждем доставку подарка и да, поздравлять будем, да? Да. Тик-то-тик-то-тик-то. Хорошие. Тебя еще вот камера снимает. А вот то славян все транслирует, надо хоть поприличнее выглядеть. В честь такого дня. Давай я Мирона пока возьму. На. Твой день рождения. 5,5, мама ягодка опять. Магический день рождения. Магический, да. Ты сегодня волшебная, да? У тебя красивая. Только внуков-то не 5, а всего 4. Зёйка мой. Зёйка мой. Сикастый. Сисяштый. Что это такое? Юбиляр. Нет, ты не в камеру показываешь. Одни камеры, да? Медаль за отвагу. Понятно. Почетный юбилярша. Юбилярша? Ну, юбилярша, я же говорю, почетный юбилярша. Водитель только что сообщил, что он подъехал, сейчас будет звонить. И мы все вот ждем. Сиди. А мы ждем и ждем, стоим и ждем и ждем. О, все. Артем, Родик, идите бабушку поздравлять. Иди сюда скорее. Скорее, скорее, скорее. Мам, не бойся, все хорошо. Будете задавать за бабушку. Родиона, зайди, потом маленький не ешьте. Будем поздравлять. Он позвонил. Не, а почему он-то встречает? Иди ты, пожалуйста, встречай. Мам, он... А он снимал? Да. А он с пшенкой, что ли? Да, Артём, какой пшенкой? Что ты придумываешь? А приколистка, иди встречай. А нам не видно будет, она телефон-то оставила, как она, чего. А ждет же не снимет, или забудет? Он должен снимать. Ну, я же попросила его, блин. Там внизу, я так понимаю, все равно... Господи.
днем рождения. Ого! Спасибо большое. Спасибо. Расписываться надо или вы на доверие? Единственное, да, здесь человек, конечно. Ручка у вас есть? Нет, а там столярка очередная. Вот зайдете? Вы зайдете? Да. А я думала, очередная лялька. Сейчас, ручку. Проходите, проходите. Через кого как-то нельзя. Опять мне головоломку. Опять мне очередная. Там все легко разберемся. Смотрите, куда? Вот это ванна стоит. А это мне? А где ванна, да, что вы доставили? То, что товар принят, получателем подтверждает, что я доставил. А там внутри товар есть? Я не знаю, что мне вам видео дали, то там и есть. И нет, пустая коробка. Так, вот где квадратик, раз. Да. Вот здесь вот квадратик, здесь? Да, и подпись там еще. Здесь подпись, да? Расшифровывают подпись? Не можете расшифровывать. Мама, ты почему телефон оставила? Так. Все, всего хорошего. Да вам спасибо. Спасибо большое. Так он там есть, действительно? А куда он денется? Все сам видео. Все запаковано. Спасибо большое. Вы звоните, телефон, ну, я так понимаю, у сына, наверное. Ну, конечно, дети на удаленке, еще на удаленке. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Пипец. Ну, что ж за поросят-то такие, а? Ну, что, мама, уберу потом. Вот это да! А, вот так вручили. Это что мне принесли? Тебя поздравляем с днем рождения. Святители заказали. Спасибо, мои хорошие. Я вообще неожиданно, вообще никого не хотела напрягать, не ожидала вообще никак. Всем сказала сидеть дома, хотим побыть одни. Будь спасибо, в тренде. Спасибо, конечно, Дашка. Очень приятно, но вы как всегда... Ну, знаете, что я всегда против таких вот этих, и все равно. Спасибо, конечно. Очередная мне головоломка. Тебе от Настеньки. Спой, хэппи пёзды поём. Хэппи пёздэй ту ю. Хэппи пёздэй ту ю. Хэппи пёздэй, мамуля. Happy birthday to you. Задувай. Задувай. Раз. Задувай. Дуй. Я дую свечи. Помогайте. Ура! С днем рождения. Спасибо. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Блин, так приятно. Я вас так всех люблю, мои хорошие. Мы тебя тоже очень. Спасибо большое. А, какой запах. Теперь мы должны тебе звонить и тебя слышать. Наконец-то. Понимаешь? А, вы мне звоните и не слышите? Да. Спасибо. Спасибо. Артемка, спасибо. Спасибо, мои хорошие, спасибо. Это еще фон. Я знаю. Спасибо. Пожалуйста. Давайте я вам расскажу теперь более подробнее, да, что вообще это было. Сегодня магическое число. 2.02.22 год. И у моей мамы день рождения. У нее такой маленький юбилей, 55 лет. Я тебя еще раз поздравляю, если ты смотришь данный видеоролик. Мы очень долго думали, что подарить маме, когда мы хотели приехать. У нас не совсем это получилось. Мы изначально хотели с Турции приехать не на день рождения. Но все пошло по-другому. Мы уже в Краснодаре, и ехать просто на один день из Краснодара, конечно, в Москву, это не совсем то развлечение, которое, конечно, нам бы потребовалось. Поэтому мы решили, как, в принципе, на все праздники, стараюсь подарить цветы, какие-то подарки сделать, даже если я нахожусь далеко. В этот раз мы с братом так подумали, решили, давай обновим технику, потому что тот телефон, который у нее есть, 6S+, по-моему,
он уже устарел, он уже плохо работал, и я думаю, надо обновить, и мы купили айфончик. В общем, вы его сейчас и видели. Как мы все это провернули? Объясняю, рассказываю, вы запоминаете и старайтесь радовать своих родителей, неважно, где вы находитесь. Я промониторил все сайты, где можно приобрести телефон, выбрали модель и, собственно, заказали онлайн. Единственный магазин, который делал прям сегодня доставку, я сегодня оплатил в обед, и вот вечером телефон уже доставили. У них можно было ихним курьером, но только завтра. А как говорится, дорога ложка к обеду, поэтому нужна доставка была только сегодня. И очень удобно, что Яндекс.Такси запустили еще свою курьерскую службу. То есть эти же такси могут совершать определенные доставки. Собственно, мы воспользовались этим, он приехал, естественно, в приложении высветился его номер телефона, и следующее нам нужно было решить цветами. Цветы я тоже всегда заказываю для мамы в одном месте, я с ними списался, они сказали, да, окей, я попросил этого курьера заехать, за это ему, естественно, доплатил, вот, и он заехал, забрал и телефон, и непосредственно цветочки, приехал к маме, ну и дальше... Кадры, которые вы видели. Свечи задули, пол торта с пацанами навернули. Мама свечи задула, точнее, пацаны мои ей помогли. Вот такая пропиточка. Ну, быстро на скоряк, рецепт торта вообще великолепный. Ну, а в завершении данного выпуска я хочу сказать вам, что радуйте, обязательно радуйте своих родителей. Не нужно думать, что они уже, типа, не в теме. Покупайте им технику, которая сейчас на первых местах. Пусть они слабенько в этом что понимают, но им все равно по кайфу будет с этим ходить. Вот прям 100% по своим родителям говорю. У них у всех айфоны, айпады, макбуки, и они не полностью их функционируют, но они от этого кайфуют. Также и с машиной. У мамы хорошая машина, Discovery, но множеством функций она просто не пользуется. Но от того, что она безумно кайфует за рулем этого джипа, это 100%. В общем, радуйте своих близких. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!